троим занятым работающим мужчинам, и ни один не скажет, что вот да некогда, до совещания, да в другой раз, да, конечно, это важно, но потом, и вот мы все так это с первого раза и тут. Я подозреваю, что у вас есть веские причины, как бы, что у вас есть большое желание сообщить о чем-то, что это неспроста вы тут. Вот мы об этом и поговорим. Ну, а для начала давайте знакомиться. Я Ирина, журналист и мама Тимура, 9-летнего утенка. Я Юра, отец Макара, ему 5 лет. Вот он тоже, им тоже поставлен диагноз, аутизм. Мы воспитываем его вместе с супругой Надеждой. Дезировную школу, 8 лет. Воспитываем вместе с супругой. Также у нас есть еще один ребенок. Я Евгений, у нас тоже ребеночек аутист, уже поставлен диагноз, нам 7 лет, зовут его тоже Женька. Вот. Ну, вместе живем с супругой, вместе одного воспитанника.